Вот эту синюю надо снести. Она получается вот такая. Вот мы хотим это все снести. Вот там люк есть. Мы проверяли, специально выдолбили. Там пустое пространство. Пустое. А запасная лестница прямо вот здесь. Вот она будет вот сюда и все. Так, значит, это у нас большой зал Ярополка. Над конструкциями с грушами располагается второй этаж. Значит, за выступом полукруглым в стене находится вход. Вот, все, пожалуй. Сейчас 5 января. Кто-то отдыхает, а кто-то работает. Саня, улыбись! Строим тренажерный зал. В общем, здесь вот натянуто. Тут у нас вот идет строительство. Получается вот так у нас вот здесь все отремонтировано. Мы идем. Ковры художественной гимнастики. Вот. И вот на ринге вот здесь маты, вот здесь строительные материалы. Вот здесь вот так. Вот здесь вот так. Вот здесь вот так. В зале там тоже хватает. Поэтому вот так. Блин, в общем, решили здесь сделать тренажерный зал, чтобы люди были постоянно у нас. Вот, работы ведутся. Сделали проем несущий в стене. Здесь у нас второй этаж делается на группе. Решили зал расширить, а именно тренажерный зал сделать. Вот. В таком русле у нас все идут. В большом зале сделали несущий проем. Вот. Как раз вот здесь второй этаж будет у нас двигаться. Второй этаж. Теперь 2-3 недели должен отстояться. Так, вот он, второй этаж. Что предстоит? Что
Добрый вечер. Вот здесь, получается, у нас будут групповые программы, здесь будут беговые дорожки. Беговые дорожки. Здесь будут тренажеры стоять. Сделали мы отверстие для несущей стены. Вот этой двери здесь не будет. Получается, и вот здесь получается такое помещение. Здесь тоже будет все находиться. Получается, в общей сложности вот так. Там немного кардиозоны, эллипс, гребля, и везде, вот здесь везде тренажеры. Там еще зеркала добавятся. Общая площадь получается у нас 150 квадратных метров. Вот так. Лёш, очень неплохо получилось. Вот, уже завезли тренажеры. Начинаем еще расставлять. Вот, но единственный момент, не хватило нам одной пачки. Поэтому в понедельник мне напиши, сколько она стоит. Всякие вот эти мелочи доделать, и там, и там. Давай. Вероничка, смотри, что у нас тут навезено. Эллипс, бег. Четыре дорожки разборные. Вот. Серега еще. Прикинь, какой станок с нами. Нашли? Да. Отлично. Сейчас нашли мы кое-что. Делаем. Вот тут все. Вот. Тут все наставили. Будем скоро собирать. Серег, у нас открывается тренажерный зал. Нам тренажеры дали в хорошем состоянии, но не было. Понятное дело, мы их подкрасили все в этом духе. У меня главный вопрос, вот смотри, вот по этим весам. Они все стертые, мы сейчас хотим все это убрать. Вот у них это идет в форме наклейки. Вот такой вот. То есть черный фон, белый, это самое. Вы сможете вот такую хорошую наклеечку? Естественно, мне дизайнер все это сделает на черном фоне. Она получается, знаешь, такое ощущение, как будто это изолента черная. Вот, есть вариант попробовать такое или нет? Или может быть что-то аналог сделать? Вот так.